Всем-всем большой привет! Сегодня я забрала свой заказ по каталогу номер 12 в компании Avon. Попробую показать вам все, что было в заказе, но то, что уже выстроено, об этом я мало что скажу. Это ароматы, они заказаны не мне, тут есть те, которые заказала и я тоже, но не себе. Поэтому мало что скажу. О мужском. X-серия, вот эта вот фиолетовая линейка, она, наверное, самая раскупаемая из этой серии. Многим очень нравится именно этот аромат. Мне он тоже, как мужской аромат, показался, ну, с какой-то изюминкой, не похожий на все остальные. То есть я его прям могу отметить, что очень приятный. Также Ultra Sexy, этот аромат уже мелькает только в распродажах. Он идет уже без скидки, поэтому если кто-то любит этот ароматик, то... Я думаю, вам нужно поторопиться его заказывать в распродаже, в каталоге с распродажей. Он идет примерно 450 рублей. Это аромат, многие называют компотным, потому что он фруктово-ягодный, такой вот приятный, нежный. Incandescence – это цветы. Pure Blanc классика – это цветы. Ну, для меня, в моем понимании, и причем цветы такие вот нежные, со сладостью которые. Soft Mask это классический, сейчас есть уже второй такой же аромат. Именно этот идет ванильный, а второй с пионом, с ароматом пиона, но вот этот ванильный. Далее, Mesmerize Red, ничего не могу о нем сказать. Little Black Dress и Red Dress, очень приятные ароматы, нравится. Черное платье это классика. Красное платье, оно цветы с фруктами очень приятный. И Мари, или Имари, не знаю, как правильно называется. Тут, по-моему, есть аромат розы. Он чуть-чуть тяжеловатый может показаться, но есть те, кто его любит. Я его сама очень люблю, этот аромат. Так, о чем я еще не сказала? Наверное, вот еще хочу отметить вот этот аромат. Это Viva La Vita. Выпустили его 30 миллилитров. Этот аромат заказала я лично себе, он мне очень нравится, и я обрадовалась, что теперь он будет вот в таком формате по очень-очень приятной цене. Так, так, какая у нас приятная цена? 335 рублей. Вот, еще и скидка представителя. Не сказала еще вот лак, это класс, первый лак, есть лак Лави, есть лак. Тут мини-версия, девочка у меня заказала, подружка. Очень приятный такой нежно-сладкий аромат. То есть вот он на прохладу хорош. Все, что здесь вы видите открытое, это то, что было не зафольгировано. Из всего, что заказала я, зафольгированы только Mesmerize Red и вот два платья. Все остальные были вот без фольги, без слюды. Поэтому я их просто достала из флакончиков, ну, сами флакончики из коробочек, чтобы показать вам. Которые зафольгированы, я оставила так, как есть. Ну, как я уже и сказала ранее, это не мое. Хочу сейчас пока до больших бутылок показать вам вот такой костюм. Этот костюм я буду отправлять. Я его заказывала тоже не себе. Девочка меня попросила. Это новинка. Футболка и брючки. Они идут для спорта. Можно увидеть, что они идут костюмом. Розовая полоска идет и на футболке, и на брючках. Длина брюк по икру 7/8. Тут написано. И что тут написано? Давайте я вам поближе расскажу. Материал. У футболки 88 полиэстера, а у брючек 89 полиэстера. И, соответственно, 12 эластана у футболки и 11 эластана у брючек. Контрастная отделка и визуально стройнит этот костюмчик, тут написано. У меня девочка взяла в размере 44-46. И именно по этому размеру тут написана информация. Длина спинки футболки для этого размера около 64 сантиметров. И длина брюк именно у этого размера около 52 сантиметров. Вот, это практически вся информация. Мне разрешили... Ой, простите. Мне разрешили открыть и показать. Давайте посмотрим брючки.
Я сама еще ничего не открывала, только все приехало. Наташе хочу сказать огромный привет и спасибо за то, что она сказала, все открывать можно и смотреть. Хотя у Наташи есть свой канал, и она наверняка покажет еще все это на своем канале. Канал у нее Тата Матата называется. Ой, какие симпатичные, они такие прямо резинка, пояс. Вот вся длина, вот моя рука, видите, практически с мою руку по шириночку, вот это расстояние. Ну, мне кажется, красивые, очень удобные. И они так хорошо тянутся, что я думаю, в этот размер и 44-46, и 46-48 могут легко попасть. Вот, потому что, ну вот видите, да, хорошая очень вот эта вот способность, эластичная очень. Нравятся очень хорошие брючки. Так, если что касается швов, то все пошито хорошо. Вообще все хорошо. Никаких претензий. Я быстро разглядываю, конечно. Но в любом случае, прямо вот все идеально. Вы видите каждый шов. Причем такой шов не просто прострочен, а как будто вот обверложено таким тройным швом. Вот. Надеюсь, вам хорошо видно. Я тут сбоку сижу. Потом я тут все упакую, чтобы было очень красиво. Пока так. Так, это первый. Пакетик открыли. И давайте посмотрим футболочку еще. Думаю, Наташа, все подойдет тебе и будет очень-очень хорошо. Так, тут аккуратненько бы открыть, чтобы... Ну, в крайнем случае, если даже чуть-чуть порвется, я думаю, это не так страшно. Я имею в виду пакетик. Пакетик носить в любом случае мы не будем. Так, и вот сама футболочка. Давайте посмотрим. Футболочка на 44 будет велика. Не знаю, как вам удобнее показать, но, наверное, давайте вот так. Вот. Вот такая ширина. 46, она будет свободненько немножко. Мне кажется, 48 в нее тоже попадут. Ну и она еще и стрейч, эластан. Тут все тянется хорошо. Сам рукав, видите, тоже такой эластичный. Дожди замучили, опять проливной. Каждый день сильные-сильные дожди. Живем в темноте, как в пещере. Вот. Ну и отделка очень хорошая. В отношении размеров хочу сказать, что если вы 44, то лучше брать, наверное, размер 40-42. Но я не знаю, как уж там по длине. Еще от роста зависит. Ну, вот тут вот так. И спинка. Не знаю, вам мою руку больше видно, чем футболочку. Тоже вроде бы все хорошо. Все швы тоже хорошие. Вот. Если, например, я стала бы брать на себя, то 48-50, боюсь, что был бы мне свободен. Хотя я думаю, что 50-52 я сейчас носила бы. Ну, в общем, вот так. По костюму я рассказала. В целом, мне кажется, он будет сидеть очень красиво. Если размер угадаете, если он будет на вас, то будет хорошо. Но если вот как на девушке в обтяг, то вот это 44-46, наверное, как 46-48 в обтяг бы был. Могу ошибаться. Мы все разные, у нас ширина разная, в любом случае грудь разная, если о девочках мы говорим. Поэтому Наташа расскажет, подошло или нет ей. Ну и теперь давайте я вам покажу большие бутылочки. Далеко не уходите, бутылки быстро покажу и перейдем к украшениям. Французская сирень, пену у меня заказали. Очень люблю я этот аромат, он прямо пахнет настоящей сиренью. Также у меня заказали два геля для душа, 500 мл. Этот приехал прямо иностранец. По-моему, была... я не помню, как он назывался. Тут есть русский. Ну, все, кто знает английский, без труда прочитали. Это я.
такая умничка, что плохо разбираюсь. Ну, в общем, вот этот гель сиреневый, красивый. Этот морская лагуна тоже 500 миллилитров. Надолго хватит. Очень приятные ароматы у обоих этих гелей. Также впервые у меня заказали, это новинка, по-моему, прошлого или позапрошлого каталога, Avon Naturals, 2 в 1 шампунь-ополаскиватель с ароматом цветка лотоса и базилика. Ну, цветочками пахнет. Приятный такой аромат цветочков. Так, давайте сюда. Также был заказан очищающий гель для женской интимной гигиены. Это легкий цветочный аромат. Девушка заказывает не первый раз, и он ей нравится. Для волос было еще в заказе Naturals Абсолютная сила бальзам-спрей для волос. Это хороший бальзам. Его на влажные подсушенные волосы хорошо наносить и уже сушиться вместе с ним. Единственное, что от такого количества всего у меня лопнула крышка, но это не страшно, я со своего поменяла, у меня точно такой же. Вот. Мне эта крышка как таковой не нужна, а вот отдать заказ как-то приятнее все-таки не сломанный. Да, X-Series гель для душа и шампунь, кажется, здесь. Это он шел, если покупаете аромат, то можно за 99 рублей было взять еще к нему вот этот вот гель, шампунь. Он, как обычно, мужской линейки, там чуть ли не 10 в одном. Все можно помыть. Аромат очень приятный. Так. Немножко он у меня тут потек, как я понюхала. Аромат очень приятный, такой же, как и у его брата аромата. Так, дальше. Из серии Naturals еще у меня заказали тоник. Этот тоник одни ругают, другие хвалят. Я из тех, кто его любит. Я не скажу, что он прямо вау какой. Он особо ничего не делает. Сияние сильного не делает. Но как тоник он все равно освежает лицо и какую-то, не знаю, вот это освежение и ощущение чистоты он дает. Он не подсушивает мою кожу. Может быть, у кого-то еще небольшой липкий эффект, я не знаю. Ну, в целом неплохой тоник, для меня, по крайней мере. И еще из этой серии было заказано средство для лица, 2 в 1, очищающее, тонизирующее. Огурец и чайное дерево. Тоже кто-то ругает, но вот у меня подруга очень любит это средство. Когда оно у него заканчивается, она снова покупает точно такое же. Поэтому в любом случае каждая вещь, она идет на любителя. Тут трудно ругать или хвалить. Так, давайте вот так сделаем, чтобы было повиднее. И еще 2 средства, которые у меня есть в бутылочках. Это вот такая парочка. В 12-м каталоге можно было заказать из этой линейки 2 средства по спеццене. И у меня подружка заказала гель для душа освежающий. Кокоса крамбола, может карамбола, не знаю как точно. И лосьон спрей для тела тоже. Гель 200 мл, лосьон 100. Давайте потестируем. Можно. Ну, приятный. Такой приятный аромат. Мне кажется, цветочный. И вот эта вот кокосовая небольшая сладость есть. Ну и давайте приступаем теперь к украшениям. Сначала я покажу, по-моему, это пуссеты. Они шли в распродаже по совсем небольшой цене. Мне кажется, 79 что ли рублей. Да, 79 рублей. Вот такие пуссеты подружка заказала себе. Они красивые такие, знаете, как металлические. Симпатичный, ну, под серебро. Так, наверное, я... Ну, давайте я закрою, чтобы мне потом уже этим не заниматься. Я по-быстрому. Следующий набор заказала себе моя мама. Этот набор я вам сейчас покажу сначала в каталоге, даже оба покажу. Вот такие были 2 набора. Это идет в благотворительности.
вместе против рака груди. И весь ваш процент заработанный идет на именно погашение, ну вот на эту благотворительность. Эта страничка не идет, не подлежит скидке. То есть нету скидки представителя. Какие цены здесь написаны, по таким ценам вы и оплачиваете. Даже если ваш заказ там 20% скидки, 30% скидки, эта страница остается без скидки. Вы жертвуете. Так, я вам покажу вот этот набор и вот этот набор. Первый называется Чарис, вот на этой девушке. А второй Дамара. Да. Ну, давайте начнем с Дамары. Нет, с Чарис. Начнем с Чарис. Не знаю, что мне попадается первое. Видите, у них даже вот эта вот розовая ленточка идет на коробочке. И коробочки в крапинку. Так. Ой, какое крупное колечко. Ой, какое оно интересное. Смотрите, оно, во-первых, большое, а во-вторых, смотрите, какое красивое. Тут камушки, как рубинчики такие. И очень похоже на золото. Очень красиво. Так солидно прямо. Так, не знаю, как вам показать. Давайте вот так покажу на пальчике. Массивное такое, крупное. И роза. Так, вот. Вот такая роза. Ну, интересная. Очень даже интересная. Оставляем его здесь, это убираем. И серьги к нему наверняка тоже будут не худенькие, крупненькие. И вот такие вот гвоздики. И с розой тоже. Ну, интересно, вот вид такой, как под старину, как ретро такое. Интересно. Я думаю, понравится. Так, по размеру тут, наверное, что-нибудь есть. Так, серьги. 2 на 4 и на 2 сантиметра. То есть 4 сантиметра длина от ушка, от гвоздика до самого низа. А 2 сантиметра, наверное, идет вот это, сам кулончик. И кольцо 1,9 на 2,5. Это, в общем, 1,9 вот так и на 2,5 вот так. Ой, я вам всю рукой закрываю. В общем, вот так 2,5 сантиметра, а вот так получается 1,9. Ширина и длина. Ну, вот на девушке. Давайте второй посмотрим. Вторых у меня аж 3. Вот в этом нижнем я уже отметила колечко. Оно тоже не мне. Серьги не мне. И еще одно колечко мне. Поэтому колечко покажу поподробнее. Давайте сначала серьги посмотрим. Вот тут маленькие сережки, очень аккуратненькие. Смотрите, вот они такие. Не знаю, как вам тут закрыть все, чтобы было видно. Вот они такие крошечные, наверное, не больше сантиметра, может, сантиметр с небольшим. И вот так. На лето под любую одежду яркую. Все цвета здесь есть. Серьги прям очень красивые, наверное, надо было мне себе тоже заказать. Ну и замочек поближе покажу, вот так. Я не буду доставать, это не мое. Ну и колечко, которое я уже покажу на себе, это мое. Вот про это кольцо хочу сказать, оно идет, если вот вы привыкли к эйвоновским размерам, то вот это кольцо идет как немножко маломерка. Видите, оно красивое. Может быть, за счет вот этой толщины, что оно толстенькое. Обычно у меня на этот палец этот размер у меня 17. В общем, восьмерка, 17,5, 18 миллиметров, то у меня вот это немножечко так плотненько. То есть оно больше идет 17,5, чем 18. Оно через тире, но тут, мне кажется, по минимуму. В общем, вот так оно смотрится. Очень красиво. Ну, мне кажется, красиво. Руки
Вот так. Нравится. Думаю, мелькать в роликах будет у меня часто теперь это колечко. Вот. Все. Все вам показала. Сейчас я покажу еще литературу, которая ко мне приехала. Может быть, не все подробно объяснила, не все подробно описала, но что смогла, рассказала. Так, был заказ по этому каталогу по 12-м. И ко мне приехал 13-й каталог. Он выглядит вот так, очень симпатично. Очень красивая девушка тут на первой страничке. Мы его с вами сейчас полистаем. Комментарии, когда же будет каталог, не пишите под этим роликом, потому что будет. Вот, полистаем фокус, тут есть новинки. В этот раз стиль жизни пришел, действует в компании, в течение компании 13. И написано, действительно, только для представителей территории трендсеттеров 25.7 по 14.8. Так, 13-й. К 13-му каталогу распродажа. Ну и жаркие скидки тоже идут. Но жаркие скидки будут у всех, независимо, трендсеттер вы или нет, потому что оно будет действовать, именно вот это предложение, с 25 июля по 14 августа для всех. Поэтому я его, скорее всего, полистаю самым последним, потому что он может быть у каждого. Просили девочки говорить, когда будет действовать. 13-й каталог будет действовать с 5 сентября по 25 сентября для основной территории. У трендсеттеров через 2,5 недели. Через 2,5, потому что полнедели уже прошло. Все, на этом я прощаюсь. Будем сейчас листать, и следующий ролик будет уже посвящен каталогу номер 13. Всем пока!